Первый раз свой паспорт они показывают как избиратели. Фамилии находят в списке вместе с бюллетенем, получают и небольшие сувениры. Дальше процедура знакомая лишь по рассказам. Они скрываются в кабинках для голосования и делают свой первый выбор в жизни. Участвуя в выборах, мы, получается, делаем выбор, голосуем за наше будущее, за то, что будет с нами завтра. 11-классники лицея для одаренных детей в этот день дружно пришли на избирательный участок. Спешат. Ведь после голосования начинаются уроки. Пропускать их точно не стоит. Впереди ЕГЭ. Я сдаю ЕГЭ по обществознанию. И у нас был отдельный блок права и гражданские обязанности. И выборы входили в этот блок. И нам очень подробно рассказали, почему это важно и для кого это важно. Поэтому я имею об этом представление, и я понимаю, насколько это важно для нашей страны и для нас самих. Для многих молодых избирателей выборы – настоящая семейная традиция. А потому на избирательном участке они не растерялись. Мама с папой у меня каждую выборную кампанию идут на голосование. И вообще мне об этом всегда говорили, брали с собой, показывали, как это все происходит. Уже на выходе из избирательного участка импровизированный флешмоб. Волнение прошло, теперь они настоящие избиратели. Екатерина Родина, Олег Костромин, телеканал «Юрган».